Всем привет, с вами канал Крутой Гаджет, и сегодня я вам расскажу, как можно изменить значок при отображении флешки. Вот, как видите, вот здесь флешка моя, и здесь вот такой значок накопителя. Я вам расскажу, как его изменить на другой, любой. Так, для этого вам понадобится картинка. Вот, скачиваете любую картинку, дальше заходите на сайт, вот этот, ссылка будет в описании, загружаете картинку сюда, чтобы прокомментировать эту картинку в формат ICO. Дальше здесь указываете размер 64x64 и точек на дюйм 32. И преобразовать файл нажимаете, сохраняете. Дальше вот у меня уже есть готовая картинка, вот 64x64 пикселя. Дальше эту картинку и вот этот текстовый файл нужно закинуть на флешку в корень. Вот, текстовый файл мы назовем autorun, дальше открываем его, и здесь нужно вставить вот такой текст. 1.ico это название файла, ico расширение, один название. Дальше, закрываем, дальше нам нужно пуск, панель управления нужно найти у нас, здесь в Windows 10 немного по-другому, здесь пишем папки, нажимаем сюда параметры, дальше здесь сюда и здесь вот скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов. Здесь снимаем галочку, нажимаем ОК, и у нас здесь, как видите, расширение файла появляется. Нажимаем правую кнопку и вместо TXT пишем INF. INF. Enter. Окей. И все. Дальше просто перетыкаете флешку в компьютер. Вот. Забираем и втыкаем. И как видите, у нас уже такой значок. Но здесь есть один недостаток. Если вы втыкаете в компьютер, на котором установлена программа USB Disk Security, то она будет прибивать автоматически вот этот файл autorun.info. Так что сделайте копию там в TXT, потом можно восстановить. Если вам это видео понравилось, то поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал и на мои соцсети. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем хорошего настроения и всем пока!